Ну, я помню, как началась война. Бегут по деревне, по дороге села мальчишки, ну, на прутиках, как лошади. Ура! Война началась! Ура! Мы фрицев, немцев будем бить! Ура! На ура! Как-то слез не было особых. Считали, что ой, это быстро, это что-то так, мимолетное. В войну, вернее, очень трудно было. Потому что работа тяжелая была, а покушать нечего было. Когда началась война, маме нам всем сказали каждый день вырабатывать трудодни. Если вы не будете определенную, значит, сколько там трудодней вырабатывать, вам землю обрежут по крыльцу и живите как хотите. Это колхозная земля. Там директорша на субботу нас не отпускала домой. Она говорила, что надо в колхозе картошку копать, как бороться за урожай. Некому было копать. Зажала пучок ржи и силой нажала на пучок. И как раз угодила по пальцу. Молотили на таку и отправляли в государство. Вот так прошло мое детство. Их труд приближал победу. Памятников им не стоит, но мы помним.